я представляю самую современную, наверное, библиотеку в России. Это президентская библиотека. Мы аккумулируем в цифровом пространстве все, так сказать, цифровые ресурсы и внедряем самые современные информационно-коммуникационные технологии. И, конечно же, мне бы хотелось здесь увидеть своих коллег, которые также развивают все цифровые технологии, которые сегодня являются на пике в библиотечном деле, и обменяться опытом, безусловно, и наладить контакты для того, чтобы иметь возможность работать вот именно в сфере цифровых технологий. А вы знакомы с деятельностью наших библиотек? Да, безусловно, безусловно. Мы были уже и в городе Ташкенте, знакомы с работой Национальной библиотеки, и очень рады вот тем инициативам, которые они реализуют именно в электронной среде. Мы поддерживаем, безусловно, обмен ресурсами на уровне, так сказать, цифровых... на уровне цифровых возможностей. И надеемся, что это сотрудничество будет только расширяться, потому что мы заинтересованы в том, чтобы поддерживать межкультурные взаимоотношения, межкультурные связи и, так сказать, аккумулировать историю в рамках вот уже новых технологий, чтобы она реализовывалась посредством новых технологий.